Извините, пожалуйста, а что здесь произошло? Пресса, саратовская пресса. Ну, драка, вот, наркоша. А захват заложников был здесь? А? Захват заложников был? Конечно, был. А кого? Мальчика. Мальчика, мальчика с ножом, вот с таким косарем. Ребенка три часа здесь помотал по улице, бедного, всего голого. Теперь его увезли на скорой в больницу дитя. А мужчина? А мужчину ментовку, наверное, забрали. Дальше что произошло? Ну что, потом ребенка вытащил и с ножом на ребенка тут Олеська. Чей ребенок? Ихние дети. Их ребенок, да, с ножом? Да, да. 10 лет мальчику, 10 лет мальчику. 11 уже. И с ножом вот здесь его, и милиция, сколько тут моря, и милиция. Соседу благодарят, что сосед спас. Причина какая? Агрессия была? Ну, наркоман. Накурился, да и вот и причина вся его. 15 января, ну, буквально 3 часа назад в обед, в заложники. Отец не в адеквате, взял в заложники своего пасынка. Вот здесь все произошло. Ну, я уже подошел тогда, когда он уже попросил машину. Ну, там в Ютубе все увидите, если кому интересно. Он нож держал, меня это, конечно, шокировало все. Я был в куртке рабочей. Я говорю, возьми. Он, говорю, я забыл, как его зовут отца. Я говорю, возьми хоть куртку. Он, давай куртку, все, отходите, сейчас я его зарежу. Они сели в машину, пытались здесь подняться раза три. Он угрожал там, давай ты, что меня обманываешь, я сейчас зарежу. И буквально вот сюда вот назад сдал. Машина скатилась назад. И я вот здесь вот стоял. Вижу, что там началась уже борьба с ножом. Ну, милиционеры, кто, я уже не понял, кто сзади был, подходим вот сюда, открываем дверь, я вышвыриваю сюда, вот сугроб, ну, его хватаю, там, я не помню, за что, там, за пузырь, за что, и выволакиваю его с машины, ну, а потом здесь милиционеры уже его приняли и оттащили. Вот мой капюшон, рабочий курточка остался еще. Вот это, который вы ребенку придали, да? Да, который я давал ребенку, он стоял голый в трусиках. На морозе, вот вы видите. Семья была многодетная. Жену зовут Олеся. Давно она живет на нашу улицу, лет 10. Ну, как сказать, неблагополучная. Отец то садился, то выходил. Ну, то аморальный образ жизни, как бы сказать, вел. И вот, вы видели, что сегодня произошло. Он не в адекватном состоянии вообще так поступить с ребенком, что готов был зарезать его здесь. А он работает кем, чем трудится? Как в последнее время он освободился, я знаю как, и таксировал. Я когда с работы спустился, как попал в самоочаг, я не видел, что здесь много милиции, я не видел, что здесь вообще, что здесь такое творится. Я вот так, меня хорошо пустили, там женщина-милиционер, меня не хотели пускать. Говорит, ну пускай он пройдет, сосед может договориться с ним. И как бы он меня увидел, может там знакомый, не знаю, взял у меня куртку. И потом вот минут через 5 машина врезалась, и здесь вот штурм, и его забрали. А, говорят, стрельба была. Да, да, милиционеры стреляли. Ну, это когда уже дверь открыли, и я думаю, они просто, или может по колесам, ну, зачем по колесам, просто в воздух, наверное, чтобы попугать или что. Ну, стрельба была там. Кровь была? Три. Почему, да, кровь на ноже была. Кровь на ноже была, да? А ребенок где? Ребенка забрали сразу милиционеры и увезли. Скорая помощь. Ребенок был доставлен автомобилем скорой медицинской помощи, осмотрен специалистами, медицинскими работниками, педиатром, травматологом. Состояние его при поступлении расценивается как удовлетворительное. Тяжелых травм, повреждений не зафиксировано. Медицинскими работниками был приглашен специалист-психолог, который поработал с ребенком. Ребенок был госпитализирован в педиатрическое отделение и находится там на сегодняшний день на лечении.
Балашовский районный суд Саратовской области составил председатель судебного прокурора Христарик Гаврилюк, честь помощь прокурора города Балашова Шип. Смотрит кадастр связи о выбрании отчинения заключения по стажу в отношении Ермова Валерия Викторовича. Установил 15 января 2021 года с 11 часов до 12 часов 30 минут. Он был в состоянии наркотического опьянения, используя нож в качестве орудия преступления. С целью причинения смерти, угрожая убийством, прикасался ножом к жизненно важным органам малолетнего. После этого Ежи Малолетчик переместился на улице, находясь около указанного дома 22, попытался нанести удар ножом в области жизненно важных органов. При этом свой умысел, направленный на убийство, не смог довести до конца по независимости от него обстоятельств, в связи с пресечением его преступных действий сотрудник правоохранительного органа, то есть совершение преступления, предусмотрено часть 330 пункт В, часть 2, 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. На основании изложенного руководства статьи 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации суд постановил. Ходатайство следствия по особо важным делам 2-го следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области Сталина Лазовского об избрании мер пресечения по страже удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого мер пресечения по страже сроком на 2 месяца, исчисляя с 15 января по 14 марта 2021 года включительно.